Итак, ребята, новый конкурс. Винсент Кейн проводит для вас новый конкурс на хорошее количество алмазиков, 500 алмазов, и участников у него очень мало, ребят, очень мало. То есть, смотрите, всего лишь участников, там, 22, по-моему, за сутки набралось, серьезно. Вот. Ну, поэтому участвуйте, ребят, шанс большой выиграть, ссылочка в описании, а теперь погнали ролик смотреть. Итак, ребята, всем привет, с вами снова я, Жабка, вы на моем канале, это новый выпуск новостей. Ребят, сегодня я вам покажу новый инкубатор, обещанный видосик по, как бы сказать, новой карте. И не только, ребят, все для вас стараюсь, поэтому поддержите меня лайком. Вы на прошлом выпускном ролике собрали большое количество лайков, большое вам спасибо, ребят. Я немножко приболел, и поэтому видосиков сейчас не было, и сейчас будет поменьше видосиков, потому что я болею, ребят, вот. Но тут такое дело, нужно же выпустить для вас видосик, наконец-таки. Ребят, два инкубатора, точнее, будет один инкубатор, и там будет сразу же красная шапочка, если помните такой скин, и типа волк, вот. И они есть с эффектами, без эффектов, там всякие блески, фигостки, ну вы поняли, да? Вот. И, ну, в принципе, неплохо. Новый инкубатор, ну, могу сказать, что так. Мне вот этот инкубатор, который сейчас был, вот, ну, не был, а есть, вот, клоунов, да, мне не очень сильно зашел, потому что там, например, чтобы максимальный выбить, да, типа вот красный, и что в нем такого, типа другая маска, и все, ну, типа эффектов не было, это такое себе, вот динозаврик вот черный с эффектами был крутой, а тут будут эффекты и у волка, и у красной шапочки, вот это здорово выглядит, но это чисто мое мнение, в принципе, неплохо, согласитесь, типа, почему бы нет, вот, но что делать остальным, у кого была уже красная шапочка, то, типа, ну, камон, выходит новая, ну, такое, я не знаю, вот. Но сами статики выглядят прикольно, особенно вот сейчас, которую вы наблюдаете на волка. И вот этот вот следующий в виде гладиатора. Ну, мне нравится, прикольная тема. Вот. Плюс также, ребята, сегодня забыли, скоро пропуск выйдет, так что это... Вы, надеюсь, предзаказ сделали, потому что там очень крутая стенка, и это топово, реально топово. Вот. Вот как раз-таки показали максимальный костюм на волка с эффектами в виде гладиатора и на красную шапочку, типа, с эффектами, с блестками этими. Ну, я не знаю. Вот, естественно, попытаюсь его выбить, когда он выйдет. Ну, все, сделаю для вас видеоролик. Вот. На этом еще не все. Теперь я вам покажу рейтинговые курточки. Ну, я смотрю, с каждым новым сезоном рейтинга курточки и все вот эти вот штуки, которые выпускаются, точнее, не выпускаются, выдаются за рейтинг, все круче и круче, но я все-таки жду, когда нам наконец-таки выдадут еще что-нибудь подобное, типа парангов, вот когда мы играли на рейтинг постоянно, чтобы было там 10 миллионов, типа, отыгранных матчей, и типа вам выдают паранги, там, ну, это было здорово, это было круто, но это чисто на мой взгляд. Вот, но помимо этого, как всегда, там выдаются рубашки, всякое такое, сейчас выдаются куртки. Куртки очень яркие, очень прикольные, стильные, ну, мне нравится побольше. Вот, вы думаете, ребят, на этом все, вот то, что я обещал, ребят, кусочек новой карты, и, ребят, сейчас я вам расскажу, откуда она вообще взялась, и что это вообще такое. Погнали, ребят, приятного просмотра, давайте под музычку пам-пау, погнали.
И да, ребят, данный видеоролик я нашел в ТикТоке, да, именно в ТикТоке. Вот, и я такой, типа, чего, другая карта, что? Вот, первая мысль была, что это вообще новая карта, чего, блин, вау, круто, топово. Вот, на самом деле, что я могу сказать? Не так давно появилась такая тема Google Instance. Надеюсь, я правильно произнес. Это такая тема, когда вы можете, не устанавливая игру, поиграть в нее через Google. Вот. И там всего лишь одна вот такая маленькая карта с эмками и маленьким островом. И на 10 человек игра. Все. Как в нее поиграть? Нужно удалить игру. В настройках Google вставить галочку, что вы можете типа играть через Google Instance. И может быть у вас появится такая возможность. Самый прикол в том, что эта карта не так давно появилась. И в нее можно не так давно поиграть. Но это еще не все. Прикол еще в том, что там есть новые текстурки и эффекты тумана. Вот. Не во всех устройствах, как я понял. Вот, но у некоторых есть эффект тумана, поэтому погода уже, походу, будет и у нас. Вот. Поэтому в эту карту только так можно поиграть. Надеюсь, вам понравился, ребята, этот видосик. Поставьте, пожалуйста, большое количество лайков, ребят. Если вы поставите много лайков, то я, как можно быстрее выздоровлю. Также подписывайтесь на канал Vincent Game, потому что он проводит для вас очень крутой розыгрыш, поэтому ссылочка в описании, ребят. Знаете, что вы лучшие. Всем пока, ребят. Всем пока. Поднять рейтинг, но постоянно убивают с граника. Решение есть. Закажи буст у нас. Быстро, дешево, надежно. Жабу рот ебал. Изи буст. Ссылка в описании.